Друзья, всем привет! Всем привет! И наконец у нас пришла зима. И мы будем сегодня доблестно сражаться с непогодой. Пойдем на зеленый угол и для вас сделаем видео. Будем снимать машинки. Сейчас Саша расскажет, какие. Да, единственное, смотрите, всем понравилось видео про минивэн. Должно было быть продолжение про микроавтобус. Но вы видите погоду, да, машины нормально не открыть, не посидеть, не залезть, сиденья не разложить. Поэтому сегодня просто походим, поразметаем снежок, посмотрим, что сколько стоит, наличие автомобилей, что там появилось. В общем, едем на зеленый угол, смотрим цены на японские автомобили. На полставки. Это Wellfire в черном цвете, пробокс фиолетовым цвете. Итак, давайте начнем. Стоит Toyota Wellfire в черном цвете. Значит, Wellfire 16 год, 2.5 на светлом салоне. Автомобиль 4WD. Стоит он 1 988 тысяч. И автомобиль у нас на летней резине. Wellfire No. Ну, Wellfire это, конечно, блин, просто супер-супер бас. Есть такие автомобили в гибридном исполнение. Mitsubishi Outlander, гибридная версия на литье, тоже, друзья, на летней резине стоит. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Вон она цена с той стороны. Так, ну это, по-моему, свежий год. Да, автомобиль 2017 года, видим, датчик при столкновении есть, комплектация есть, все, 1 миллион 870 тысяч рублей стоит вот такой вот замечательный Outlander кроссовер. Рядом стоит Honda Fit, по-моему, это не гибрид, он без литья, тоже на летней резине. 1.3, автомобиль 16 года, кнопка старт, стоп, мобилайзер, туманки, ценник, цена 595 тысяч рублей он стоит. Далее стоит Inside в белом цвете, смотрите, туманки, фары, литье, тоже летняя резина, уже знаем, где цены искать, 770 тысяч, гибрид, автомобиль 2013 года. Prius Alpha, ну туда мы сейчас с вами зайдем. Смотрите, SX4, да, вот недавно про него спрашивали, что это вообще такое за автомобиль. Ну, к кроссоверу он не относится, да, но тем не менее у него высокий дорожный просвет. Вот на такой он на летней резине, на литье, повторители идут. Цена, я так понимаю, продавец здесь один, ценник у него написан по левой стороне. Видите, 4WD, есть переднеприводные автомобили, 830 тысяч он стоит. Игра у нас называется «Угадай мелодию». Есть ли цена? Есть. Да, 675 тысяч. Год какой? 15-й год, 4WD, 1.3. Это соль. Но это модная соль. Она в обвесах, она с туманками, на литье. Фары у него идут линзованные. Боковые двери у автомобиля идут сдвижные. Кстати, автомобиль с бесключевым доступом. Полный мультируль. Отсюда не вижу. Да, он идет кожаный полный мультируль. Рядом еще один, надо вот этот протереть. Кстати, это бандит. Ну вот этот, смотрите, такой ярко-красный, да, ближе, наверное, к такому бордовому, там, к вишне. Этот просто красный, тоже бандит. Вот это гибридная версия автомобиля. Кстати, стоит Делика еще, D2 тоже гибрид, сейчас ее посмотрим. Ну, данный автомобиль бандит, он с рейлингами, с багажником на крыше. Я так понимаю, это пришло все с Японии, то есть это все японское. Так, значит, по цене, сколько он стоит? 30. А где цена? Цена уже не тут, да? Вот она цена, 730 тысяч, 2016 год, 1.3, гибрид. Делика, гибрид. Ну, Делику, по-моему, мы видим в таком в гибридном исполнении первый раз. В основном это солью. Делика, передний привод, 2WD, 16 год. Цена, где у нас цена? А вот она есть, что это нету. 660 тысяч автомобиль стоит. Кубатура, шучу. Как кубатура? 660 тысяч. Снег продолжает идти. Смотрите, продается Prius 12 год, он на номерах, пробежный, комплектация жешная, на модном литье, на зимней резине, туманки, 750 тысяч рублей. Как бы на авторынке есть пробежные автомобили, да, но их, поверьте, их не так много, там, наверное, всего лишь 5%.
таких автомобилей будет на рынке. Вот еще, допустим, стоит Сирена, да, комплектация Highway Star, бордовый цвет, она на зимней резине, на литье, это полноценный минивэн, 670 тысяч рублей автомобиль 2010 года. Но как бы 670 тысяч довольно-таки неплохая цена для Сирены в такой, именно в такой комплектации. Пробокс в фиолетовом цвете, это уже рестайл аукционный, 15 год, пробег 50 тысяч, 1,5 литра, 4 ВД, 690 тысяч рублей. Сейчас мы посмотрим, что это такое, пробокс или саксит. Но в принципе там особо большой разницы нету, потому что на летней резине, на литье, потому что они одинаковые. Если там предыдущие кузова, они еще немного отличались, это у нас идет саксид, то эти кузова не отличаются. Кто-то там просил почаще заглядывать под низ, ну давайте посмотрим. То есть вот панель кузова, да, днище кузова, в принципе, коррозии никакой нету. На подвесочке вот мост идет, да, как бы, ну, немного присутствует, но это не глобал, это не новая машина. Хотя вы знаете, попадаются такие автомобили. Вот недавно был степ-вагон, пробег был там 140 тысяч, он был, кстати, 4 ВД, открываешь, а там состояние, ну, реально нового автомобиля. Nissan Note 4 ВД, 15 год, 500 тысяч рублей. Какая у него комплектация? Сонар нету? Нету, датчики есть? 4 ВД, датчик. Да, датчик при столкновении есть. 4 ВД, да, на вот этих автомобилях там стоит ЕВД, как вам сказать, грубо говоря, неполноценная ВД, то есть стоит второй электромотор, где-то вот он там у нас расположен, а где он, а в принципе вот он. То есть кнопочку нажали, где-то сугробика там на горочку поднялись, выехали, кнопочку выключили. Все, дальше автомобиль переднеприводный. Toyota Corolla Fielder в белом цвете. Он тоже идет без литья, он тоже идет на летней резине. Основная масса машин, видите, да, продается на летней резине, потому что, ну, с Японии приходят на лете. То есть не каждый продавец будет покупать резину, ставить на автомобиль. Хотя, не то что хотя, сколько он стоит? 700 тысяч, 13 год, 4 ВД. Да, 13 год, 700 тысяч, лежит аукционный лист. Хотя, как бы, резина, да, при выборе автомобиля, это не показатель. То есть, так же, как я вот постоянно вам говорю, камеры там, еще что-нибудь. То есть, вы выбираете машину, а не резину. Резину пошли и купили, хотите там шипованную, хотите... Да какую хотите, такую и купили. Так, давайте посмотрим. Вот стоит Фрид. А, он пробежный стоит. Вот что-то на этой стоянке как-то много у нас уже пробежных автомобилей. Возможно, он даже не продается. Он на зимней резине, на литье. Фриды, они есть 5-местные, есть 6-местные, есть 7-местные автомобили. Ну, это идет минивэн. А комплектация на климат-контроле. Кожаный, нет, это не кожаный салон. Это просто чехлы. Да, он продается. Ух, а что он такой дешевый-то? Резина зима. А дешевый, потому что он пробежный. 2009 год. И потому что он, да, сейчас я запутался. И потому что он 2009 года. Давайте попытаемся отгребсти немного Форестер, да, в таком, в каком-то, я не знаю, что это даже за цвет. Военного цвета. Военного, да. Я вижу то, что он уже рестайл с туманками. Он на зимней резине, на родном субаровском литье. Какие-то надписи у нас здесь есть. 1 миллион 497 тысяч он стоит. Комплектация X-Brake это одна из самых лучших комплектаций. То есть там отличия идут по салону. Он идет с рейлингами. По-моему, задняя дверь у него электро, бесключевой доступ в автомобиле есть. Ну, про форики довольно-таки много вам рассказывали, да, чем они отличаются. Отличаются они по морде, решеткой, ну и задними стопорями. Двигателя на них устанавливаются FB20. Друзья, обратите внимание, посмотрите, болты, они просто блестят. Давайте под двигатель заглянем спереди. Видите, как все чистенько блестит, коррозии, налета, ржавчины, ничего нету. Итак, 16-й год, что там такое? Фишка X-брейка, у него прострочено сиденье оранжевой ниткой, именно X-брейк. Да, 16-й год, 1 миллион 497 тысяч. Prius Альфа, туманки, фары
Одна линза, нет, две линзы идут. 14-й год, моторы, напоминаю, идут все 1.8. То есть здесь нету такого, то, что мотор там двухлитровый, литровый, там полторашечный. Все моторы идут 1.8. Гибрид, S-комплектация, литье 16-е, полный мультируль 927 тысяч рублей. И вот эти все автомобили, они все идут в гибридном исполнении. То есть нету просто там бензинового. И, кстати, они все идут только передний привод. Гибридные, из гибридных автомобилей, водовые, что это? Это Fit и новый Prius. Там 50-й кузов, по-моему. Так водовых автомобилей больше нету. Смотри, 14-й год, но она уже листая. Она уже 15-го года. А, ну, кстати, да. А может это, может... Ну, вот смотри, может, поменяли морду ей? Ну, а что? Поменяли. Как бы дешево для 15-го года. Шутка. Да, действительно. Смотрите, вот рестайл, да? 12 месяц. А вот, да, почему. 14-й год, 12-й месяц. Пошел рестайл. Ладно, стоит Honda Fit Shuttle в синем цвете, в голубом цвете. И вот еще один шаттл стоит. Сейчас сделаем небольшое с вами сравнение. Значит, он стоит на колпаках, на зимней резине, туманке. 14-й год, мотор 1.3, гибрид, кожа, подогревы. Туманка сказал, фары ксенон, 627 тысяч рублей. Стоит вот такой автомобиль. Недавно закончили поиск автомобиля. По хорошей цене взяли там, 670, что ли, тысяч. В максимальной комплектации с родным пробегом 40 тысяч километров. А вот еще один стоит в голубом цвете, тоже на зимней резине, бесключевой доступ есть. Руль не мультируль. 14-й год, 627 тысяч рублей. Так, надо еще мне этого протереть. Вот немного шаттла. Просто смести с него. Я к чему веду, да? Многие путают. Там, хочу, говорят, шаттл, денег 600 тысяч. А где вам взять шаттл за 600 тысяч? Ребят, не путайте. Вот стоит Honda Shuttle, да? Без приставки Fit. А вот стоит Honda Fit Shuttle. Приставка Fit. Это как бы разные автомобили. И вот, допустим, Honda Shuttle, которую новые пошли. Они с какого года там? С 15-го, да, по-моему? С 15-го года. Пока... Полноценные гибриды. Да, пока снегом не замело, цена 847 тысяч рублей, они идут уже полноценные гибриды, то есть они как Prius, они едут на гибриде, они глохнут и так далее. Вот это идет неполноценный гибрид. А вот эти автомобили с двигателями 1,5 литра, есть просто передний привод, есть 4WD, есть 4WD гибрид. Что это стоит? Это стоит Филдер в гибридном исполнении. Прикиньте, 75 тысяч рублей, да, он стоит? Блин, ну да. Цена, конечно, подарок. Итак, автомобиль 2016 года, 1,5 литра, гибрид, радар, дистанция, ну, датчик при столкновении, туманки, летняя резина без литья, без ключевого доступа нету. Нет, что вам еще показать? Не знаю. Смотрите, сзади установлена метла. Давайте по низу посмотрим. Автомобиль по состоянию. Видите, тазик аж блестит просто. Стоечки, пружины, балка. Все блестит. Идеальное, можно сказать, состояние автомобиля. Рядом стоит Honda Freed. Freed, да, видите, здесь стекло, поэтому это Freed. Он на летней резине. Он без литья. Без ключевого доступа нету, есть повторители. Цена на авто, лежит аукционный лист, 3,5 балла. Кузов, в принципе, у него идет целый, пробег 105 тысяч на автомобиле. Сейчас посмотрим по комплектации. Машина 2011 года, 1,5 литра. Так, 560 тысяч рублей стоит он. Как-то дешево он стоит. Стоит в Воксе. Кстати, вот у нас сейчас идет поиск данного автомобиля в белом цвете. Цены там не указано на нем. Вот, сейчас мы его... Ну, что вам сказать? Я не знаю, Voxy — это полноценный автобус в гибридном исполнении. Гибрид идет 1.8, негибридные версии идут двухлитровые.
И смотрите, что касается, вот, ну, многие задают вопросы, да, все автомобили выставляются на сайт drom.ru или нет. Нет, ребят, не все. То есть есть такие автомобили, допустим, вот подошли, да, вот этот автомобиль, он есть на дроме. Вот стоит два автомобиля, их на дроме нету. Это что у нас стоит? Это у нас стоит Нох, не гибрид, двухлитровый, без литья, с туманками, на летней резине, 1 098 000. Автомобиль 4WD. Сейчас заглянем вниз, посмотрим по состоянию. Подогрев дворников есть, электродверь есть. Так, что у нас там, мультируль? Ну да, машины. Да нет, машину мы сегодня, ребята, открывать не будем, потому что снег и так далее, салон не надо. Давайте посмотрим. 4WD, да, ну вот смотрите, ну вот привод, да, идет, как бы небольшая коррозия есть, но и то, это привод, это не кузов, сам кузов, он не ржавый, глушитель блестит, редуктор там без признаков там коррозии, да, вот даже панель кузова тазика, она не ржавая. И вот степ-вагон, да, степ-вагон в сером цвете, в сером исполнении, он, вижу уже отсюда, на летней резине, дверь открывается в двух положениях, тоже комфортабельный семейный минивэн, это один из самых, наверное, популярных минивэнов, да, 16-й год, 4WD, мотор 150 лошадиных сил, и они идут полторашечные, 1 098 000 рублей. Стоит Suzuki Swift, вот подошли, специально для нас почистили, прозрачная, чистая машина, пробег 45 000. Давайте посмотрим аукционный лист. 4 балла, кузов в принципе целый, ну есть какие-то там маленькие нюансы, но скорее всего все полирнулось, возможно, вот там левое крылышко немножко подкрашено, но это все мелочь. Здесь, ребят, пробег на автомобиле, только что же говорил, пробег на автомобиле 45 000, 15-й год, 1.2, передний привод синий такой, клевый цвет, родные колпаки Suzuki, бесключевой доступ, летняя резина на автомобиле. Че, на резину будут скидки? Да. Ну сколько торг на сегодняшний день на рынке? Большой, нет? 10 000. 10 000, ну стандартно. То знаете, некоторые там, вот хочу машину, стоит она 500, но денег у меня 450. Помогите мне сторговаться. Такого не бывает. Ладно, вид сколько стоит? 565, 4WD. Он, наверное, 1.3, да? Да. Да, 565 000, 1.3. Вот еще стоит неплохой автомобиль, тоже популярный, постоянно их спрашивают. 15-й год, 1.3. Так, 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 какая цена у него? 500. Ну, я так думаю, они стоят примерно где-то 530 000–600 000, вот, примерно. То есть такого плана разбег. На литье, на летней резине, есть порты, есть спейды. Вот это, как видите, порты. Они отличаются немного по задней части автомобиля, по передней тоже фариками отличаются. Стоит Toyota Rush. Вот эти автомобили обязательно нужно смотреть снизу, на коррозию, по порогам и так далее. В черном цвете, без литья, на летней резине, стоимостью 690 000. Итак, 3,5 балла, пробег 128 000, кузов у автомобиля идет целый. Пробивается, да, по статистике? Да, отлично, отлично. Так, давайте вот еще форик. Вот показывали вам рестайл форик, да, вот это стоит до рестайл в сером цвете, хромированные туманки, не туманки, а накладки по бокам тоже идет хром, на зимней резине, на родном литье он. Вот это ручки, я так понимаю, здесь уже налепили задняя часть автомобиля по низу, ну такой как бы присутствует небольшой налетик, но это не страшно. Сколько он стоит? Сканер 1 098 000. А, ну да, то есть комплектация у него попроще, поэтому и цена, конечно, пониже. Стоит он 1 098 000 рублей. X-мод есть. X-мод есть, да? Ну, главное, X-мод есть. Nissan X-Trail, ну тоже кроссовер. То есть у нас какого плана кроссоверы, да, идут такие основные, которые берут? Это X-Trail, это Forester, это Outlander. Наверное,
Наверное, в принципе, все. То есть аукцион, номер лота лежит, указан, можно пробить. 1 198 000 рублей он стоит. А рядом стоит еще один, тоже 1 198 000. Так, и вон стояла Порте, да, а вот стоит Спейд. То есть Порте, ну, кому интересно, там перемотают назад, посмотрят, да, на фарики. Здесь фары идут уже не такие квадратные, как-то вот автомобиль смотрится посимпатичнее. Так, по функционалу, там, по двигателям у них, ну, все идет одинаково. Да, не то, что достопримечательность, да, чем хорош этот автомобиль для семьи куда-то. Мы его постоянно рекомендуем, там, в семью с детьми, а для жены, как второй автомобиль в семье, именно по своему салону. То есть с правой стороны у него двери идут две распашные, багажник неплохого объема, с левой стороны идет одна большая сдвижная дверь. Поверьте, это очень удобно. Хорошо. Да, вот уже ходят продавцы, говорят, давайте на моей машине идите. Я же говорю, на полставки. Сметайте снег. Стоит он 578 000. Бензин, автомат, 2 РБГ, АБС. Ну, короче говоря, много чего там есть. Аукцион, 4 балла. Так, и вот я вам говорил, да, то, что приусы есть водовые. Ну, как бы это... Это ж не водовый, да, приус стоит? Приус, нет, не водовый. Это не водовый, но вот именно в этом кузове появились гибридные версии приуса, да? Они все идут гибриды. Именно в водовом исполнении. То есть появился гибрид 4 ВД, а именно приус. Вот эти автомобили, ну их вот только-только начинают вести. Только-только. Что там, да? Открывать не будем. Ну, конечно, приус, он изменился и внешне, и по салону. Очень много у него... есть изменения. Вот еще один стоит Honda Shuttle. Напоминаю, не Fit Shuttle, а именно Shuttle. Это гибрид, передний привод. 835 000 рублей. Nissan DS Rux, K-Car, модный K-Car. Очень много места в салоне. Двигатель 0.7 на зиме, на литье. 380 000. Автомобиль 2015 года. Ну, 380 000, цена, конечно, такая хорошая, достойная, дешево за этот автомобиль. Что у нас еще тут есть? Ноут в синем цвете, рестайл. Ну, до рестайлов уже, можно сказать, не осталось. Что, мы цену найдем? Нет. Вот что там написано, да, 445 000 рублей. Напоминаю, такие автомобили, моторы идут у них все 1.2, все 1.2. Есть турбо, есть не турбо. Турбо — это Dick S называется. Вон стоит Move, ну, Move, Stella. В принципе, все то же самое. Комплектация, я так понимаю, это кастом, фары, линзы, туманки, антенна, зимняя резина на литье, бесключевой доступ, полный мультируль, задняя часть автомобиля, дверь задняя идет пластмассовая, а крылья тоже, по-моему, у него идут пластмассовые. Шикарный такой насыщенный цвет. Автомобиль 15 года, есть все, максимальная комплектация, 415 000 рублей он стоит. Вот смотрите, несколько раз уже говорили, есть Suzuki Hustler, а есть Mazda, забыл, как она называется. Как она называется? Это, короче, есть Hustler, есть Mazda. Mazda Flyer, точно. Автомобили, они полностью одинаковые, полностью идентичные, да. Как, допустим, идет Toyota Passa, да, Toyota Passa и Daihatsu Boon. Это все одно и то же. Идет Toyota Rush. Смотрите, ребята, по состоянию кузова, а. Шикарно просто. Так, ну чем я там остановился? Идет Toyota Rush и Daihatsu Terios. Автомобили идут полностью одинаковые. А? Кто? Daihatsu Bigo. Ой, Terios, Daihatsu Bigo. Точно, видите, снег как на нас подействовал. У нас столько снега не было. Цену завтра скажем. Да, цену скажем завтра. И вот что касается Toyota, да, на Toyota, на которые водовые идут, у них идет сзади электромотор. Это на гибридных? Ну да, на гибридных. Но на простых нормальных. На простых нормальных, конечно. Где цена? Не там, понимаешь? Аукцион лежит, 4 балла. Вот. А, что там у нас? Покраска, да, по-моему? Вот цена.
Да, покраска задней левой двери 997 тысяч, автомобиль 2016 года, S, Safely, что-то плюс Select, не видно отсюда. Что за комплектация? Ну, цена как бы для 4-бальной машины хорошая, достойная цена. Suzuki Solio, ну комплектация попроще, 16 год, 1.3, 9 месяц, 2 ВД, мобилайзер, кнопка старт, стоп, 495 тысяч рублей. Летняя резина без литья. Так, вон стоит у нас Toyota Aleon. Сколько он? 1.5, 1.8? Полтора. Полтора литра, 10-й год, 695 тысяч рублей. Комплектация идет G. Ну ладно, ноутов сегодня уже наснимали, шаттлов наснимали. Давайте посмотрим, сколько стоит пробокс. Это или саксид. Не видно, сколько он стоит. 520 тысяч. 16 год, да, он или 15? Не, 2015 год. Полтора литра. Так, ну что вам еще показать? Honda N-Wagon тоже в максимальной, наверное, комплектации. 428 тысяч. 4 ВД. А еще и 4 ВД. Ну, видите, да, снег идет, как бы людей, да. Можно сказать, нету. То есть есть продавцы, которые чистят свои автомобили, и то как бы не все. Не знаю, нет, наверное, их смысла чистить, потому что к обеду обещают какое-то усиление. И вот смотрите, раз стоит N-Wagon, два стоит N-Wagon. Так, надо там сейчас. 14 год, мы цену не сказали, да? 428 тысяч стоит этот. Следующий стоит N-Wagon. Он на литье, на летней резине, но резина там однозначно под замену будет. Этот стоит, ладно, сейчас посмотрим, сколько он стоит. Не найдем, наверное, сколько он стоит. 455 тысяч. 14 год. То у нас был ВД, да? А это сейчас посмотрим, ВД у нас или нет. Нет, это просто идет у нас, просто идет передний привод. Так, ну давайте вот еще возьмем кейкартик, да, что это, не понять что, вроде как инбокс, да, стоит, в простой комплектации 455 тысяч, боковые двери тоже идут сдвижные, светлый салон, климат-контроля нет, руль обычный пластиковый, передние сиденья идут диваном, вот такого плана автомобиль, N-Wagon видели, так, ну давайте, вон, форик поехал. Что давайте? Давайте, наверное, возьмем еще несколько автомобилей. Да, и это эти. Инбоксы. Возьмем несколько автомобилей еще, наверное, с десяточек, да, и будем заканчивать на сегодня. Аква, полноценный гибрид, рестайл, литье, летняя резина, дворники подняты. 675 тысяч. А что это, Mazda этот? С головы вылетело, представляете? Mazda Demio. Летняя резина, литья нет, туманок нету, снег на машине есть, 540 тысяч, 4 ВД. Кстати, вот эти автомобили, они тоже идут сзади с электромотором. Ну вот жук стоит, да, ну как-то как. Не, машина хорошая, ну кроссовером не знаю, как он. Да, это кроссовер. Итак, не вижу. 14 год, камера кругового обзора, 4 балла, 798 тысяч рублей. Многие там просят говорить, вариатор, автомат стоит, коробка стоит. Итак, друзья, на коробке автомобилей мало. Там, ну, как бы выпускаются, но практически уже нету. Основная масса машин, это, конечно, автоматы и вариаторы, но в основном все-таки идут автомобили на вариаторе. Вариаторов бояться не надо. Тем, кто там заинтересован в покупке автомобиля, может просто позвонить, там у нас проконсультироваться, открыть тактико-технические данные на автомобиль и узнать, что там установлено. Forester, ладно, не будем. А вот, кстати, Subaru XV, ну, ближе к форику, да, там по функционалу они
Одинаково, двигатели одинаковые, все идут двухлитровые, но единственное, XV, они выпускаются в гибридном исполнении, ну и то там тоже гибрид идет неполноценный. С рейлингами, с туманочками, на родном лите, кстати, литье такое очень дорогое, 13 год, 4 ВД, 998 тысяч рублей, камеры, датчики при столкновении есть, цена хорошая за... именно вот за такую комплектацию. Это стоит Toyota Tank, тоже вот начали вести автомобили в сером цвете, двигателя у них литровые, есть турбо версии. Так, какой год? 18 год, 18.4 ВД, 590 тысяч он стоит. Ну как бы это уже, наверное, кейкарам нельзя, да, отнести, то есть она как-то и пошире, и повыше, и все-таки двигатель литровый. Toyota Rumio одно и то же. Да, они есть, Toyota Rumio, Toyota Tank и Subaru Justy. Это машины один в один. И вот смотрите, вот снимали XV, да, простую, а вот стоит XV гибрид. Белый перламутровый цвет. Пятнадцатый год, бензин, дизелей, таких автомобилей нету, цены нету, да? Сейчас посмотрим. Давайте по низу пока глянем, что ли. Миллион 148 тысяч. Ну гибрид, как видите, да, он идет немного подороже. Ну здесь идет вариатор, уже скажу. Так, что еще? Какой интересный автомобиль есть? Вон стоит Фрид, гибрид. Бордовый цвет, гибрид тоже идет неполноценный. Вижу отсюда бесключевой доступ. Бесключевой доступ. GP 3 кузов. Ага. Сколько стоит? О, 815 тысяч. А какого он года? 16, да? 15 год, 1,5 литра, 815 тысяч. Ну, как бы... Не слабо. Но он, наверное, жирный должен быть, да? В принципе, да, климат-контроль, но кожаных вставок нету. Полный мультируль, 2 электродвери. Мувик. Пятнадцатый год, 4 балла. По 300, наверное, 65 или 465. Да нет, скорее всего, 365 тысяч стоит вот такой замечательный мув. Кстати, вот еще стоит Сиента, да? Это минивэн, это уже, по-моему, рестайл. Да, фарики идут квадратные, 3 ряда сидений, летняя резина, аукцион, 3,5 балла, кузов целый, ценника там нету, да? Ну нету и нету, ничего страшного. Кто? А, ВИЦ? Как назовем этот цвет? Очередной блогер. Так, 15 год, 1,3, 579 тысяч стоит автомобиль. Идут, да, это не накладки, это идут хромированные ручки. Он точнее без литья и на летней резине. Ну, Джавелла, это тоже очень хорошая комплектация на автомобиль. Не на автомобиль, а хорошая комплектация у автомобиля. Джавелла написано. 579 тысяч. ВИЦ, мокрый асфальт, летняя резина, но смотрите, продавец отделом. Пишите в комментариях. У меня с головы вылетело, как это называется. Я говорю, одели на цепи, одели на колеса. Вот. Автомобиль чистый, датчик при столкновении, 16 год, только с таможней, аукцион. Какой аукцион у него? 4 балла, да, аукцион? 3,5 балла. Тойотовский аукцион. Наверное, единственный автомобиль, который мы сегодня откроем.
без климата, крутилки, черный салон, коврики в комплекте. Второй ряд сидений. Багажное отделение, домкрат лежит. Так понимаю, цепи одевали. Ладно, ребят, наверное, будем уезжать с рынка, потому что, ну, осмотров автомобилей сегодня как таких не получится, да, видите, что с погодой происходит. Ребят, давайте немного покажем, как работает система, да, курсовой устойчивости. Вот, допустим, гоняет мячик, его там шкивает, не понять как, да, с одной стороны это прикольно, прикольно. Сейчас поедет наш форик. Мячик, давай, сваливай куда-нибудь. Форика не видать нашего. Вот, а сейчас система у нас, она будет включена. Вот Серега начинает просто рулем крутить влево-вправо, да, и вот видно, машина, она реально, она в занос не идет. То есть она вот как едет прямо, да, она так и едет. Ну и, соответственно, вот, видите, вообще пофигу. То есть руль реально, он крутится, машина в занос, она не уходит. Вот он входит в поворот, ну, как бы, сейчас, вот он пошел в поворот. Все. Вообще без проблем. То есть машина идет как вкопанная. Вообще клево. Ну вот сейчас, наверное, еще разок. И попробуем. Вон, мячик поехал. И попробуем именно без системы, мы эту попробуем отключить. Снег у нас успокоился вроде. Вон он. Видите, вообще, блин, элементарно столбы обходит. То есть система эта, она реально работает. Наверное, мне надо как-то поближе подойти куда-то. Все, машина в занос не идет. Ну, давайте еще разок. Еще разок. То есть скорость, в принципе, неплохая, да? Едет как вкопанный. Так, ну и вот я попросил его выключить. Что мы видим? Ну все, машину начинает, да, как бы сносить. То есть, вот видите, все, он ушел в занос. А при включенной вот этой системе машина шла, она не буксовала, ее там не кидала. Сейчас она начинает буксовать, ее реально начинает просто кидать. Видите, он не может нормально в поворот войти. Сейчас, наверное, давайте с салона попробуем заснять все это дело, как это выглядит. Да, он едет, он гребет. Но его болтает. Вон, видите, все, ушел в занос. We'll be right back.
Так, ну давайте посмотрим, как он входит в поворот. Видали? Все, вот жопу немного у него понесло, система его выровняла. То есть он никуда не улетел, ни в кювет, с машиной абсолютно ничего не произошло. Смотрели недавно обзорчик, там был RAV4, да? Так такое ощущение, что система стабилизации от машины работает отдельно. Вот, пожалуйста, вошел, все. Жопа вроде попыталась уйти, да, но встало все ровно. Ну и давайте сейчас попробуем, посмотрим вот на ту сторону, да, как он будет входить.